театрально-концертном центре «Щелковский театр» звучат композиции, любимые целыми поколениями. Ансамбль русской песни «Распевы» порадовал зрителя концертной программой, о любви немало песен сложено. Послушать душевные мелодии пришли поклонники «Распевов». Мы очень любим «Распевы» и всегда ходим на их концерты. Песни такие застольные, знакомые. Поэтому, когда песни, знакомые песни, то подпевает, подпеваем. Песен о любви немало, о любви разной, взаимной и безответной. И каждая композиция – это отдельная история. Без малого двухчасовая программа состояла из десятков номеров. Песня, она развивается. За окном 21 век. Новые звуки, новые мелодии. И если брать сейчас мелодии, которые звучат, если сравнивать их с той энергетикой, которая заложена в народной песне, это, конечно, для меня небо и земля. Мы народную песню хотим омолодить. То есть мы пишем новые аранжировки, совершенно в новом звучании. Что ж ты, роза, я лишь без мороза, только я осинушка, да без перушуми. Каждое выступление коллектива – настоящее шоу, которое не оставляет равнодушным зрительный зал. Так на этот раз программа вечера была насыщенной и разнообразной на яркие и душевные номера, звонкие и лирические композиции. Финальным аккордом стал свадебный обряд. В веселых танцах смогли поучаствовать и зрители. О любви немало песен сложено. Эти композиции знают и поют целые поколения. И сегодня ансамблю русской песни «Распевы» подпевал целый зал. Аплодисменты и овации благодарного зрителя стали лучшей наградой для артистов. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.